11 мая президент Владимир Путин озвучил новые меры поддержки для семей с детьми. О том, какие суммы, как и где оформить выплаты и когда их начнут начислять, нам рассказали в Химкинском управлении социальной защиты населения. Это выплаты, единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет. Важное условие, что 16 лет ребенку должно быть исполнено до 30 июня 2020 года. То есть каждая семья... Российская Федерация, имеющая детей от 3 до 16 лет, получит 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Другая мера социальной поддержки для семей, имеющих детей в возрасте до 3 лет. В этом случае выплата назначается в размере 5 тысяч рублей на ребенка и будет она выплачиваться 3 месяца, то есть апрель, май и июнь. Разовые пособия за каждого ребенка до 16 лет начнут выплачивать с 1 июня. И уже начали получать ежемесячные выплаты родители с детьми до 3 лет. Оформить заявление граждане должны самостоятельно на сайте пенсионного фонда или на портале государственных услуг. В качестве образца возьмем пособие до 3 лет. Мы вводим только информацию о сведении о детях, номер реквизиты расчетного счета, куда будет перечисляться. Опять же подтверждаем фамилию получателя, выбираем регион, это Московская область. Выбираем а, нашу территорию Химки, городской округ Химки, подтверждаем отв об ответственности сведениях. Ставим галочку все и отправляем заявление. В связи с массовой подачей миллионов заявлений по всей стране, возможны технические проблемы на порталах. В управлении соцзащиты просят не паниковать. Заявления будут принимать до 1 октября 2020 года. Если нет возможности воспользоваться интернетом, за помощью можно будет обратиться в МВЦ или отделение пенсионного фонда после окончания домашнего режима.